Много очень души. Екатерина романтична, мне кажется, по своей природе, и поэтому вот здесь работы мы видим, вот ангел со свечкой, потом грезы, мечты корабликами, а из старых работ еще вспоминается работа «Вчера», где на переднем проплане стоит натюрморт, и по мере удаления от сурового настоящего мы видим «Вчера», которая романтично плавает белыми лермонтовскими парусами, а за этим «Вчера» еще выступает позавчера, такой готический город, или там это самое, значит, третьим планом. И все это выдает Екатерине, конечно, романтика с большой буквы. Я не ангел. Я хочу сейчас написать серию ангелов. Абсолютно разных уже начала.